Новый асфальт на Копылово начал крошиться, хотя уложили его меньше месяца назад. Известно, что перед выходными там около остановок срезали большие куски покрытия. Причиной стала колея, которая образовалась на новом асфальте почти сразу после его укладки. Об этом мы говорили еще на прошлой неделе. Тогда же специалисты заявили, что в таком виде принимать работу ни в коем случае нельзя. Подрядчик решил исправить недочет, но всего через 4 дня края срезанного асфальта начали сильно крошиться, а само покрытие разламываться на части. Когда это исправят, пока неизвестно. Напомню, ремонт улицы Копылова должны были закончить еще в начале лета. Однако подрядчик несколько раз срывал сроки, оправдывая это то погодными условиями, то большим трафиком на дороге.